Вот так с душой и большим энтузиазмом крымско-татарский ансамбль «Фидан» подарил свой большой красочный хореографический букет зрителю. На отчетном концерте ребята представили не только свой классический репертуар, но и совершенно новые креативные постановки. В этом году к концерту присоединились танцоры нового филиала ансамбля, который открылся всего год назад. Гузель-гузель ойларыны көрсеттілер. Мен ғойландым ве келеджекте балларымызға саулық, селеметлік, ишкерлі олсынлар ве дайма-дайма концертлеріңізге іштырақ япсынлар. Маленьким танцорам участие в отчетном концерте подарило много положительных эмоций. Ой, намага пексеве. Бугунь манда пекшен. Мой самый любимый танец хайтарма. Хырым-татар ойну бобызым медиетіміз. Медениетымыз бізны есе халқ оларақ көстере. «Фидан» – это сплоченный коллектив со своей, хоть и небольшой, историей и уже сформированными традициями. И на сцене видно уже результаты, что те дети, которые пришли давно, они уже показывают себя даже полупрофессионалами, да, становятся. А те детки, которые пришли буквально недавно, и они уже молодцы, которые тоже стараются и показывают свою культуру. Наша задача – это поднять нашу культуру вверх. Из года в год ансамбль «Фидан» старается удивлять и восхищать зрителя своими танцами, разбавляя программу необычными постановками. Коллектив обещает впереди еще много интересного и удивительного.